Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Волна холода с севера докатилась до предгорья Алтая Саян на юге Сибири. Но благодаря гребню западного антициклона облачные поля и осадки не задержатся, и солнце начнет прогревать воздух и смягчать похолодание. А теперь о погоде более подробно. В четверг, 4 августа, в Новосибирске без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура ночью плюс 10-12 градусов, в дневные часы плюс 22-24. В последующие двое суток нас ожидает сухая, без осадков погода. 5 августа в ночные часы плюс 8-10, днем синоптики прогнозируют около 25 градусов выше 0. В субботу 6-го за окном в темное время суток от 10 до 12 градусов со знаком плюс, дневная температура поднимется до плюс 25-27. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю удачного дня!